Жители Башкортостана стали реже брать ипотеку. В первом полугодии текущего года в банках заключено 20,5 тысяч ипотечных договоров. Это более чем на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили в Национальном банке республики. Также снизилась и сумма выданных ипотечных кредитов на 6,4%, приблизительно до 37,5 миллиардов рублей. Представитель Нацбанка снижение рынка ипотеки объясняют насыщением спроса. Кроме того, к 1 июля текущего года более чем на 25% увеличилась задолженность заемщиков региона по жилищным займам перед банками и составляет теперь 198 миллиардов рублей. В регуляторе отмечают, в первом полугодии доля просрочки по ипотеке осталась на уровне прошлогодних показателей, это примерно 0,6%. С 1 ноября 2019 года микрофинансовые организации не смогут предоставлять займы потребительский под залог жилых помещений, жилья. Такие займы, то есть ипотеку по-прежнему будут предоставлять банки, также потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные, и банк Дом РФ будет предоставлять своим уполномоченным организациям право выдавать займы под залог жилья. Отмечу, Башкортостан продолжает входить в десятку регионов России по объемам ипотечного кредитования, занимающего и второе место в Приволжском федеральном округе.